Сегодня мы с вами пройдем звук АУ. Буква ОУ и Ю вместе дают звук АУ. Чтобы запомнить лучше, посмотрите на эту девочку. Она шьет и вдруг уколола пальчик иголкой. И что обычно мы в этот момент говорим? АУ! Есть наш звук. АУ! А теперь давайте посмотрим на примеры. Итак, слова. Out, cl, out, l, out, count. Эти слова вы обязательно встретите в учебниках для начальной школы. Если хотите узнать больше слов, подписывайтесь на мой канал. Today we are going to learn sound OW. Letters O and U together give us sound OW. Look at the girl. She is sewing. Suddenly she prickles her finger with a needle and she says OW. Cl, out, cloud. Out. L, out. K, out.